Итак, привет, с вами Варвар, и сегодня обзор на игру Стрелок. Игра вышла 12 декабря, распространяется бесплатно, весит 240 метров. Так, поехали. Начнем с истории, начнем с первой главы. Приветствую вас в игре Gunslinger. Команда разработчиков желает вам приятной игры. Если вы новичок, то можете пройти быстрое обучение, нажав кнопку обучения. Правда, играть дальше. 6 это число стучит в голове. За него я цепляюсь почти, чтобы не сойти с ума, чтобы до конца быть сознание. 6 мерзавцев, прибывших меня к воротам моей фермы, отпечатлелись в моем сознании навсегда. Их образы будут сопровождать меня в ад. Капли воды стекают по мне, смешиваясь с кровью в один поток. Только крики моих родных удерживают меня в сознании. Глубокое отчаяние и боль заполняют меня, растворяя во мраке. Я трачу последнее дыхание на... I spend my last breath swearing fealty to all the demons. На приношение клятв верности всем демонам ада, лишь бы получить еще немного времени. A ringing copper bell. Итак, пропустим чтение. Загрузка игры. Так, вот наш игрок. Мы двигаемся вперед. Игрушка простая в управлении. Графика нормальная. Ходим, убиваем зомбаков. Двигаемся только вперед. Мы по бокам. Отстреливаем всех зомбаков. В игре есть торговец. Можно купить оружие. Лечебки, бронь, сапоги, все такое. Можно купить бабки игровые. Так, двигаемся дальше. Отстреливаем всех уродов, сохраняемся. Итак, мы движемся по этой локации. И у нас примерно в одном уровне, где-то около их 10. Потом в конце босс. Ну, я тут немного прошел дальше, у меня есть еще ствол. В этих стандартных стволах патроны бесконечные. У меня есть еще... Ага, а он на этой карте не работает. Искупить патроны. А, во. Искупим патроны. Они убойные, поэтому... одного с двух выстрелов выносит. Так, мы прошли локацию. Зону. Так, игра неплохая. Советую всем скачать. Сейчас загрузится. Так, выйти. Можно пройти выживание. Выживание сохраняется очки. Так, в топе. Гейм-центр. Гейм-центр сохраняется. Очки. Настройки. Тут музыка, звук, автоприцел, язык. Английский, русский. Ну и миссии. Можно вот миссии проходить, потом выходить в меню и тут получать за эти бабки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Варвар. Всем пока.